хочет кидать туда. Надо ловить. Здесь конфетки всякая, нутелла, вкусняшка тут всякая. О, сейчас будут играть. Смотри, Дилан. Сколько стоит? 2,50, наверное. Давай посмотрим, что они выиграют. Смотри, ловит. О, кто там? Давай, Дилан. Давай, будем ловить. Уточек. Давай, эту тяни. Папка, ты пьяный, что ли? Да Дилан мешает. Салик не может вытянуть. Ой, наконец-то! Что там? We got number five. Ай, тоже. Number five. Блин. Small. Видишь, small. One ticket means you're anything around the bottom. On top of the table, a big bouncy ball, okay? Это просто. Дилан, что ты хочешь? Что ты хочешь? Ты хочешь это? Thank you very much. Hey, thank you. Все. Дилан выиграл маленькую игрушку. Так, идем дальше. О, какие здесь крутые. О! And we do guarantee that every ring fits over every single box. So come and play, come and join in if you'd like to be the next one, the next big winner of the day. Get him up in the air, get him over that square, right down the table to win. Короче, надо попасть. Join in, boys and girls, only £1 to play. And we do guarantee that every ring fits over every single box. Доминика, тяжело попасть. Надо ровно попасть на синюю штуку. Вот смотри. О, почти. Почти. Но они не попали. О, тоже нет. Thank you.
принципе, я думала, тяжелые, не собьет. Сбивается? Вау! Давай! Ей! Три! Три штуки, блин, ну давай! Последнее тяжело сбивать. О, no. Thank you.
is the number one ride in the UK. In the UK, still's moving. It, like it, you're gonna love it. You're gonna love it. Buy our tokens at the cash box. Here it comes. We got all it. This is the number one ride in the UK. It's the number one ride in Bridgwater. Come on, guys, here we go. It's your title. Buy our tokens at the cash box if you'd like to ride the second one. What the hell?
right, let's do it, let's go, are you ready? Машинка.
Let's go.
us today. Типа 10 фунтов все стоят. Очень-очень-очень много. Да? Ты ж любишь очень-очень много. Нет. Не любишь? Тут и еда, и игрушки, все вместе. Да, потому что в тренде продают, что в тренде. Зарабатывают деньги. А что они тут собрались? Вот английская полиция. Таких. Они что-то записывают тут. Что-то случилось. Короче, что-то случилось. Протокол выписывает. Так. О, какая шапочка, огурчики. Доминика, хочешь такую? Или помидорчики, или марихуана? Вот такую. Подсолнухи? Или вот такую. Да, Гуччи типа. 2 за 5, 3 фунта. Ой, какая маленькая тоже. Буковки. Фигня. Уже фигня, а раньше фанатела поэтому. О, какие интересные. Вязаные кофточки. Реально вязаные. Такие разноцветные, красивые. Смотри. Гей. О май гад, да. Тут очередь вот такая за такими пирожками. Англикам нравится. Не знаю чем. 65 эй, 6 за 3 фунта. Ну, темно. Тут даже пледы есть. Посуда есть разная. Короче, маркет для всего. Посуда ничего такая интересная есть, красивая. Такие прикольные. Yeah, Rudra. Not the pub. Things down, aren't they? Yeah, yeah. Well, Dad used to work there. You see, yeah. Big money lads run them, weren't they? Oh yeah. Well, when we were kids, we used to clean kind of power station. Daddy. Yeah. My uncle was the. Какая street food? Сколько стоит барбекю pulled pork? 5.50. Не знаю, насколько большая порция.
О, масло старое, довольно-таки. Так вроде ничего выглядит. Вот здесь из фунта. Где у нас есть такая уже? О, какой прикольный трансформер. Сладости такие, итальянские или какие, не знаю, на любителя. Даже сковородки здесь есть. Деревянные часики. Прикольная задумка, смотрится неплохо. И очки даже с деревянными каемками. Такие часы. Матрешки российские. Сори. Такие всякие ручные работы. Hello. Целый набор копится. Пятнашка. О, сумочка из копиц. Прикольная. Декор для дома. Интересный такой. Красивые зайчики. Вон. Все светится прикольно. О, Шанель.